Так, прекрасно. Браво, Азатханым. Алибей, изящнее, пожалуйста. Чего смеешься, а? Что смешного? Я тебе посмеюсь, черт тебя дери. Ишь ты, зубоскал. Я тебе... Али. Я ему нос сломаю. Ей-богу, сломаю. Теперь наклоните партнершу. И так весь в синяках. Не устал, Адрак? Я устал позориться из-за тебя. Делать мне больше нечего, кроме как танцы танцевать. Алибей, двигайтесь мягче. Ну все, хватит, выключай музыку, выключай. Неужели нельзя станцевать другой танец? Турецкий какой-нибудь, халай. Не умею я вальс танцевать. Я попросила всего один танец. Для нашей свадьбы всего один. Сильно больно? Ладно, будем учить. Хорошо. И вытащи пистолет. Ты же не будешь ходить в свадебном костюме с кобурой? Не буду. Обещаешь? Обещаю. Но сейчас у меня дела. Танец выучу, честное слово выучу. Учитель хороший, молодец. Никуда не уходи, я сейчас вернусь. Обещаю, выучу танец. Я сейчас вернусь. Идем вместе, я тоже ухожу. Пойдем. Давай, пошли. Вы уже готовы? Я же не знаю, как и что. Рукава? Рукава немножко опустить. Других запонок нет? Сейчас посмотрю. Мы с Азат точно друг друга поубиваем и свадьбу отменим. За время наших отношений мы никогда так не ругались. До свадьбы осталось всего ничего. Это естественно. Пройдет. Сейчас поедем за платьем. Если доберемся, конечно. Там тоже понервничаю. Она требует, чтобы и я был в белом. Я жених. Нет, видите ли, почему испокон веков женщины надевают на свадьбу белое, а мужчины черное? Черный ведь цвет траура. Феминистка. Феминистка? Ну а с тобой-то что? Я женюсь, а ты чего хмуришься? Я не могу забыть, Эйшан. А по-моему, ты никогда не образумишься. Кенан хочет жениться на ней. Ого. А ты сказал, что зря тогда съездил к Эйшан? Нет. У нас с Баде был первый раз. Я сказал, что больше ее не оставлю. Потом, узнав об Эйшан, оставил Баде и поехал к ней. Я думал, что-то случилось. И как я теперь скажу, что он сделал ей предложение? Тоже правильно. Думаешь, мне приятно ее обижать? Впервые за всю свою жизнь она в кого-то... С другой стороны, Эйшан. У нее никого нет. Отец умер. Муж сам по себе. Из-за меня она попалась к Кенану. Тот теперь хочет, чтобы она вышла за него замуж. Что мне делать, Али? К кому бежать? Не переживай, все образуется. Ты ни в чем не виноват. Не терзайся так. Мне... Эй, мне не нужен опечаленный свидетель. Я нашел. Вот, вот то, что надо. Ну, давай сюда. Ну как, красиво? Хорошо? Азат. Хорошо, что ты меня пригласила. Я так боюсь. Не справимся мы с этой свадьбой. Не переживай. Ваша свадьба пройдет чудесно. Это будет самый незабываемый день в нашей жизни. В
таком огромном магазине тебе удалось найти платье, похожее на то, в котором я выходила замуж. На самом деле я не хотела тебя звать. Почему? Не знаю. Боялась, ты вспомнишь свою свадьбу. Ведь в итоге ты вышла замуж за того человека. Азат, открыть тебе секрет. Я ни на что не променяю те дни. Когда ты вышла замуж за Кинана? Времена до этого и после. Да, в те времена мне было очень тяжело. Но, несмотря на всю эту боль, я жила. Что это значит? Ты сейчас живешь? Мною все восхищались. Твой папа. Кинан. Именно тогда я и прожила свой век, Азат. Папа до сих пор тобой восхищается. Он восхищается той девушкой Софиши старого казино. Он видит ее, когда смотрит на меня. Поэтому так и смотрит. Мамочка, почему ты так говоришь? Мы с твоим папой даже не женаты. Он никогда не обнимал меня так, как в те дни. Поэтому я до сих пор живу теми временами. В настоящем же я мертва. Абсолютно мертва. Пусть свадьба станет для тебя днем перерождения. Твоя дочь выходит замуж. Еще и в платье, похожем на твое. Идем. Нам надо еще взять сладости. Сладости, которые Али ненавидит больше всего.